Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». В эти дни, близкие ко Дню Победы, мы отправились в гости к настоятелю храма Всемилостивого Спаса, отцу Александру Ильишенко, который уже много лет собирает материалы о Второй мировой войне. Удивительное единодушие русский народ явил. И выстоял в совершенно невозможных испытаниях, но они просто невозможны. Мы не представляем, что пришлось пережить нашему народу. И вот так трудно, но надо перетерпеть. И вот и перетерпели, и сохранили веру, и проявили ее. Очень многие на фронте пришли к вере. Вот один из священников мне рассказывал, а ему, он сам, так сказать, свидетель, был он верующим человеком на фронте, вот этот рассказчик. Комиссар знал, что он верующий, и пытался его всячески, доказать, что вот учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Но когда они попали в какую-то страшную передрягу, окружение, вот этот солдатик воткнул просто свою винтовку штыком в землю, достал иконочку, повесил на приклад, а после на колени стал молиться. Господи, вот спаси. Оглядывается и смотрит, комиссар тоже на коленях стоит. Вот они прорвались. Таких примеров можно приводить бесконечно. Например, знаменитый летчик Александр Покрышкин, трижды герой Советского Союза, был знаком с людьми, близко его знавшими. Не говорят, что он человек верующий. И по его воспоминаниям это видно. Самые различные воспоминания, фотографии и документы военных лет собраны на созданном под руководством отца Александра интернет-портале «Непридуманные рассказы о войне». Наш портал называется «Непридуманные рассказы о войне», имея в виду Вторую мировую войну. Как обычно, у нас сосредоточивается на Великой Отечественной. Но мне кажется, что вот такой расширенный подход позволяет взглянуть шире и тем самым глубже осознать то необъятное явление, которое, собственно, называется войной. Вторая ли она или Великая Отечественная, и та, и другая необъятная. Мы собираем рассказы только непосредственных очевидцев событий. Тем самым мы получаем возможность взглянуть на события как бы изнутри. Идея проекта принадлежит фронтовику, очень крупному ученому, знаменитому священнику, вот человеку необыкновенных дарований, ныне покойному протоиерею Глебу Каледе. Он сказал, что у нас публикуют мемуары маршалов. Это очень интересное и необходимое чтение. Но очень важно взглянуть на войну глазами участников. Мы стали собирать именно свидетельства всех участников тех грозных событий. И это позволяет представить такую объемную картину. И изучая вот эти материалы, видно, кто и почему одержал победу. Для меня было, например, в некоторой степени откровением, что германские солдаты своим мужеством очень напоминают вот наших соотечественников. Они просто действительно мужественные люди. А вот русский человек оказался еще выше вот такого замечательного, мужественного германского солдата. Ну вот у нас, например, говорят о жестокости, которую проявляли фашисты здесь, на оккупированных территориях. Повторяю, вот пока это не прочтешь, нет, непонятно, что это такое. Ну, например,
Вот был такой Василий Комардин. Он попал в плен. Говорит, вот с удивительным смирением, удивительным таким добрым чувством юмора. Говорит, вот в первом лагере, говорит, у нас был заботливый начальник. Исключительно. Каждый день без перерыва. Врывался в барак, и его подручные нагайками, в которые в конец вкручена колючая проволока, те, кто замешивался, поднимали. Каждый день. Вот такой заботливый был. А говорит, в другом лагере? Нет. Ни разу не ударил никого. Совсем другой начальник. Только каждое воскресенье строил на плацу на 1-7 рассчитай, 7 расстрелять. Каждое воскресенье. И вот кончает свое воспоминание. Ну, говорит, где уж нам до немцев? У них туалеты благоустроенные. Вот такие вот люди. Не теряли ни человеческого достоинства, ни чувства юмора. С удивительным смирением воспринимали нечеловеческие испытания, которые выпадали им на долю. Но вот отца Глеба Калиду я знал лично сам. И он оставил блестящие воспоминания о войне, исключительно яркие. У нас есть раздел «Сталинград». Он был под Сталинградом. Он вообще прошел вот самые горячие точки этой ужасной войны. И Сталинград, и Кенигсберг, и Курская дуга. Описывает отступление Красной армии вот, в степях под Сталинградом. Говорит, в песне поется «Черная ночь, только пули свистят по степи». Говорит, никакая она не черная, а вся исполосованная трассирующими пулями. И вот мы отходим, и, значит, приближаемся к Дону, и слышен девичий крик «Тону, спасите, пума!» и обрывается. Вот ужас. Они этот ужас видели. Вот и очень многие они говорят, вот там такие сяки, там заваливали окопы трупами. И решил провести сравнительный анализ. Ведь интересно, что значит, кто воюет лучше, а кто хуже. Интересно соотношение потерь. Вот если эта сторона теряет потерь больше, а эта сторона меньше, значит, она воюет лучше. И вот оказалось, что Красная армия за годы войны потеряла примерно 11,5 миллионов человек. А германская армия на Советском фронте потеряла 8 миллионов 600 тысяч, примерно так. Видите, разница в 3 миллиона, огромная разница. Но оказывается, эти 3 миллиона – это 41-42 год. Вот когда Красная армия терпела тяжелейшее поражение. Вот тогда соотношение немецких и наших потерь было, конечно, ужасающим. На 10 немцев, 30 наших. А зато с 43 по 45 год на 10 наших, 14 немцев. Мы же победили, победили. И оказалось, что советское командование гораздо искусней, чем фашистское. Вот оно научилось современной войне за эти два года. А немецкое командование не продвинулось, как оказалось. И отстало от нашего. Наши солдаты стали сражаться искуснее и храбрее немецких солдат. Более того, немцы, вот что очень интересно, пишут, что они многому стали учиться у красноармейцев. Вот, например, вот пулеметная точка, вот пулемет дает несколько очередей, а потом пулеметчик хватает свой пулемет и бежит в другую сторону. Засекли, откуда он стрелял, начинает это дело обстреливать, а его уже там нет давно. Он рядышком. Видите, там мины, снаряды в него не попадают. Вот и этому немцы стали учиться, говорят, ну научиться у русских способности окапываться, это просто невозможно. Лучше всех. Вот мать сыра земля, вот так вот русский человек не приникнешь, что его не достанешь. Вот отмечают сильные стороны Красной армии. Вот немецкое командование, само немецкое командование отмечало стратегический талант маршала Жукова. Вообще, вот Гитлер сказал, что командный состав Красной армии превосходит командный состав его армии. Где-то в 44-м году он вынужден будет констатировать. Это зафиксировано. Интересно сравнить, а кто воевал лучше. Вот наши западные союзники, ведь нам же ставят их в пример. Их потери, конечно, гораздо меньше, чем потери Красной армии. Ну, не сравнишь. Там чуть не в 10 раз. Ну хорошо, в 10 раз это меньше. А немцы-то сколько потеряли на Западном фронте?
Так вот, оказывается, что на 10 немцев на Западном фронте приходилось 24 союзника. Почти так же, как у нас в 41 году. Теперь еще нужно задать, мне кажется, просто элементарный вопрос. Вот судьбы человеческие от Бога устраиваются, от Бога все согласны. А судьбы народные от Бога, ну, конечно, никто спорить не будет. А победа в войне – это Господь ее вручает, если так? Ну, значит, так. Так он вручил ее советскому народу, не кому-нибудь другому. Значит, советский народ оказался Богу угодным. Потому что теперь представьте себе, вот противного, представьте себе, что Советский Союз проиграл бы эту войну. Значит, это совершенно очевидно, что немцам русский народ не нужен, тем более, что не нужна русская православная церковь. Гитлер прямо об этом говорил, что пускай в каждой русской деревне будет свое верование, как в Африке. Вот своих башков, пожалуйста. Никакой церковной структуры, никакого церковного единства быть не должно. Значит, русская православная церковь уничтожается, русский народ уничтожается. Огромные ресурсы высвобождаются для того, чтобы добить Англию. И оказывается, весь евразийский материк, на востоке Япония, в Европе фашистская Германия против одной Америки, которая тогда была совсем не сильным государством. И там масса людей, которые симпатизировали фашистской Германии. Например, знаменитый Генри Форд. И многие русские эмигранты поддерживали фашистов, потому что они видели в них силу, которая может справиться с безбожным коммунизмом. Вот и справились. Англию добили, и Америка не стала бы сопротивляться, и под натиском и Японии, и Германии в ней тоже победила бы фашистская партия. Значит, а фашизм, он по сути богоборческий. Значит, это полный мрак на всем земном шаре. И Господь этого не допустил. И в качестве того, кто выстоял и одержал победу, вот Господь избрал советский народ. Потому что он оказался по своей сути, по своему духовному устроению, по своему и мужеству, и покорности воле Божией, пусть это так не называлось. А вот то терпение необыкновенное, которое вот русские люди проявили, оно и есть такая покорность воле Божией. Та потрясающая любовь к родине, удивительная. Вот потому Господь и вручил победу советскому народу, хотя фактически, так сказать, формально он жил в атеистическом государстве. А на самом деле, вот оказалось, что он всем своим вот существом Богу служит. А вовсе не Германии, которая не была атеистическим государством формально. Не немцы носили, немецкие солдаты носили пряжки «Gott mit uns». И это не просто так, это глубже гораздо. У них были и священники, и молебны служили, и причащались, и исповедовались. Это было очень глубоко. Многие и военачальники, и рядовые солдаты были верующими людьми. Католиками, но они были верующими людьми. Однако, вот все это в очах Божиих оказалось незначительным. А вот эта удивительная вера, самоотвержение, мужество – совершенно такая беззаветная готовность к самопожертвованию русского народа, вот они в очах Божиих перевесили. Мы празднуем победу не просто потому, что мы кого-то там победили, да, это само по себе великое явление, а на самом деле мы одержали величайшую духовную победу, потому что пусть вот формально безбожный Советский Союз фактически оказался на стороне Божией. Он его волю творил. Он вот стал преградой на пути этой черной, разрушительной, демонической силы германского фашизма. Время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. С праздником!